правду. Так, подделки силы. Такое задание. Лагерь. Можем сходить. Это совсем близко. Иди за мной. Ну, пойдем. Этот знак Меджая не очень хороший. У нас есть получше. Тебе не нужно? Вот это пойдет. Другие сокровища тоже? Тоже подделки? Говорю же, не подделка. О, как ты узнал? Мои товары не совсем настоящие, но не подделка. А настоящие сокровища есть у мамы. Эй, откройся. Раньше я был Меджаем в Сиве. Я повидал сокровищ. Ну, нечестно. Я все это сделала сама. Угу. Больше никто не понял. За правду, ладно, конечно. Это хорошие подделки. Я не выдам тебя. Говорю же, не подделки. А ты взаправду Меджай? Может, ты подделка? Ха, эй, а ты хитрюга. Посмотрим, что есть у твоей мамы. Мы пойдем вдоль канала. Веди, а я притворюсь. Да ну, это ерунда. Подделки какая-то. Из Сивы. Так, давай позовем своего коня. Проще будет. Так, а здесь что? Что-то ой, случилось. О, нет. Крокодил что на нас. Что-то случилось. Что, крокодил? Не бойся. Не бойся. Тебе везет. Я настоящий. Спрячься и сиди тихо. Так, ждем. Спасите мать девочки. А, все, пошли. Как-никак ассасин. Что? Ребят, сейчас меч. Мы с вами. Тебе не нужно? Что ты за демон? Не узнали в таком. Я выпотрошу тебя. Засчитают мне. Шумецнети. Очень хорошо. Бери все, что угодно. Только учти, денег у меня нет. Но зато есть много редких сокровищ из Сивы. Мама, он не разбойник. Он мой друг. Он добрый. Это спасибо дядя тебе. Ассасин. Ты и правда настоящий. Прости, что назвала подделкой. Так это был он? Надо отблагодарить его. Мы всегда платим добром за добро. Есть кое-что. Вот. Настоящая копия сиванского хапеша. Он очень редкий. Таких уже не делают. Прошу. Хопеш, хопеш, меч, скорее всего, хопеш. Мама, меч. Он уже все знает. Спасибо, я польщен. Да, я вижу, он настоящий. Подобных ему нет. Долгих лет счастья тебе. Ну что, вот такое задание.